Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится скромник! Ну когда уже заделают эту дырку, а? Да капец, сколько можно, блин, пошлите быстрее, Дмитрий. Я все не понимаю, это после какого случая дырка-то? Да без понятия, я тут то сколько случаев было, просто миллион. Да, вот это безобразие. Ну ладно, где там наш скромник, доктор Андрей? Расскажите вкратце, что мы сейчас будем делать, какие эксперименты? Сейчас будем проводить самый тайный эксперимент в лаборатории ACP. Надеюсь, у нас все получится. Так, Дмитрий, подождите. Вы знаете все. Стойте, стойте, я еще пока ничего не знаю. Эксперимент, что ли, вне закона? Ну, между нами, да. Вот такие дела. Нет, я не согласен. Я не Дмитрий, согласен. Вернитесь. Да все ладно. Под контролем. Да мы ладно, денег давай. Заработали. Давай, сейчас все сделаем. Так, ну что, проводи эксперимент тогда. Я он уже буду оглушил, наблюдать. Не понимаю, почему вы дверь закрыли. А, так ты его оглушил уже, что ли? Антидот ввел? Да давно, еще вчера. Так, а на всякий случай это, фонарик можете погасить. Хорошо. Так, давайте. Проводите готовы? Эксперимент. Я готов, да. Фух, так, нужно тут, короче, к нему подойти со спины. Вот так вот тут подойти. Ага. И вот так вот... Чего? Ты что сделал? Да, такого не должно было произойти. Чё за ты звуки? Слышишь, что происходит? Включите свет, вот он. Что это? Это скромник. Я вижу только его тень, он убегает. Я же его оглушил, где, ловите его быстрее. Офигеть, он убежал. Быстрее, братан, беги, беги сюда. Быстрее, быстрее, где? Помощь, срочно. Здравствуйте, гвардии, здравствуйте, защитники, что, сюда. Рост, рост. Быстрее сюда. В общем, слушайте, так, у так, нас так, так, в результате непредвиденной ситуации, так сказать, в результате, да пофиг, эксперименты мы проводили над скромником незаконные, а он у нас сбежал, он невидимый стал, его видно только при полном свете, если светить фонариком, образуется тень. Нам нужна ваша помощь, гварды, мы засекли, что он выбежал из лаборатории ACP и находится сейчас недалеко в окрестностях, в старом каком-то городишке, деревушке, непонятно, короче. Нам нужна ваша помощь, пацаны, вы вооружены пушками, дайте нам какие-нибудь, я не знаю, автоматы, что-нибудь. Сейчас пойдем ловить скромника. Вы все поняли? Да, да, все поняли. Да. Ну все, давайте тогда мы сейчас вооружимся и вперед быстрее на поиски. Фух, ну что, мужики, дошли до какого-то поселения. Именно здесь датчики показывают наличие нашего скромника. И сейчас нам нужно будет его здесь найти. Запомните, что его можно увидеть только если вы светите на него фонариком. Потяни, по-другому его просто не видно. Ну что ж, ребят, всем здорова. С вами по-прежнему Верфуни Егорыч и Бобби. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Гаррис Мод. Всем хай, ребята. Всем здорово, друзьяшки. Всем здорово, чуваки. Ну что ж, ребята, нам нужно поймать невидимого скромника. Эта задачка не из простых. Мы с Андрюхой сделали эксперимент, ну и вы сами все поняли, что у нас да. произошло. Так, доктор Андрей, у вас датчики, ведите. Вот это конечно, датчики, вот лишь ловись. Бы с нами такое не произошло, что вы сделали. Я посмотрел, это рук действия скромника, очевидно. Боже. Офигеть, и сюда за мной, что? Ребята. О-о-о, вот это класс. Скромник. Боже, ну ладно, веди нас, доктор Андрей, посмотрим. Только, стоп, стоп, важное объявление. Будьте начеку, он может быть в любом месте, будьте начеку. Светите во все углы, мало ли где он. Так, куда нам? За мной. Так, идем. Аккуратно, там кровь. Это что такое, ребята? Лучше это не тестировать. А если пригнуться, сработает? Сработало? Ребята. Да, блин, пригнитесь, вы что делаете? Сейчас если заденет. Фух, прошли. Проходим. Офигеть. А... Подстригли. Ой. Что это могло быть с нами? Да. Так, ладно, двигаемся, двигаемся, пацаны, потихонечку. Здесь... вот так вот. Что это вообще, блин, такое? Где мы? Где скромники? Офигеть, ладно. Пацаны, такое ощущение, будто мы попали в убежище пилы. Мы попали, нет, это скромник сюда прибежал, не просто так, видимо. Может, тут действительно чьё-то логово? Аккуратно. Я имею в виду то, что страшно так же. Да, 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 аккуратненько. Прыжок. Проползаем. Где тут прыгать надо? Да. Пацаны? Коленки трясутся. Давайте, давайте, идем. Что? Вы это видите? Да! Он нас заметил, походу, открывайте огонь быстрее. Стоп, это другой какой-то! Это не наш скромник, да разницы, у него бирки ушло. Нет, походу это логово скромников, этот без бирки, это не наша особь, офигеть. Смотрите, крюки какие-то бешеные. И он, кстати, заметьте, он тоже, походу, невидимый, такой полупрозрачный. Что, да, он да, успел да, размножиться? Да, да, да. Наш скромник размножился и дал ой. Потомство полупрозрачное. В
Вполне возможно полупрозрачное. Ну, мало ли, всякое бывает. Так и запишем, Дмитрий. Опа. Так и запишем. Так и запишем. Так и запишем. Полупрозрачное потомство, которое расчехлялось 3 минуты и даже нам ничего не сделало. Непрозрачным. Да, кстати, странно. Он стал непрозрачным в итоге, ребят, тоже странность. Ну-ка, доктор Андрей, давайте немножечко посмотрим на эту особь поближе. Хорошо, хорошо, хорошо. Возьмите, взяли пробирки с собой, возьмите немножечко ДНК. Бегу. Возьмите немножечко ДНК с пальцев, наверное. И с пальцев ноги, с пальцев руки и с пальцев ноги. Сейчас, вот. Есть? Так. Все, я думаю, руки. Этого... А, все, достаточно окей, этого, все, да. Все, пошли. Фух, ну чё, гвардия, вы чё нас не защищаете-то, а? Пойдем. Да как-то страшно, знаешь, как-то... Слышь, ты боец без страха, блин, должен быть. Боится ну, он. Боец. Нет, ребята, осторожней, пути назад не будет. Давайте. Или будет. А может и не будет. Наверх. У нас... Наверх, осторожней. Посмотрите на них. Гварды называются. Гварды, первыми идем. Так они, блин, потому что затупили. Там аккуратно, чуваки. Осторожней, идем. Осторожней. Нам а? Сюда. Куда? Перепрыгиваем. Прыгайте. Поймал не меня. Не макайте ветра. Паркур. Отлично, поймал. Опа. Так, ждем. Ждем. Кого ждем? Ну, слишком толстый. Нормально. Дальше. О. Молодец. И к нам. О. Да. Все, идем. Тут что? Пацаны, осторожнее. Тут тоже нужно прыгать вниз. Осторожнее. Не подпирайте друг друга. Не так, подпирайте. Отойдите. Я сам отойдите. Последний. Я первый. Пошел. Осторожней. Оп. Все за нами. Теперь сюда. Опа. О. Нормально. Не теряйтесь. В окно! А чё, датчики показывают, что где-то в окне? Да, где-то здесь прям очень зашкаливает, прям серьезно, ребята. Ай-ё, боюсь, Андрюх. Так, может быть, наши гварды вперед пойдут, а не мы. Стоп! Что это? Что это с ним? Это еще один полупрозрачный скромник. Зараза дурацкая. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, я его походу сагрил. Пацаны, давайте отбежим. Отбегите. Давайте отойдем, ребята. Вот сюда. Тут спрятались. Какие-то машины есть. Ай, что это? Что ребята, я включил? Что вы делаете? Осторожнее. Это швейная машинка. Нифига себе швейная машинка. Я поднял ее, опустите. Где он? Вот он бежит. Опа, бежит. Он бежит, ребята. Аккуратно, погнали. Давай. Ой, меня ударил, меня оглушило. Оглушило, друзья, оглушаю. Блин. Может, его на огонь, пацаны? Давайте на огонь его, может, разведем. Подождите, чтобы его было лучше видом на туре. Какая отличная идея, щит. Дмитрий. Он меня зажал. Бегите в огонь, я постою здесь. Нас костюм позволяет входить в огонь, ребята. Входите в огонь. Ой, оглушили. Вот он. Меня зажал. Вот он в огне, загорелся. Нет, потушился. Давай. Проказник какой. Идем в огонь. Гасите его. А ему реально лучше видно в огне. Да, блин, спасите, чуваки, глушит. Вот это есть, Дмитрий, выбегай быстрее. Не могу, оглушите его. Спаси... Гварды, что вы еще не делаете? Оп, так, все, выходите отсюда, выходите. Ой. Стреляем. Давай. Погнали, гварды, по голове. Гварды, ну что вы такие слабые, как соберитесь. Все, пацаны, он в наших руках, это особь в наших руках. SCP-096, вот он, доктор Андрей, я за вас, вы за меня, один за всех, один за класс. Он барьер какой-то, я не понимаю, что происходит. Оу, щит! Фух. Где он? Все. И опять Дмитрий убил скромника. Молодец, Дмитрий. Спасибо, доктор Андрей, куда нам? Возвращаемся. Мне кажется, что тут хитрый план. Вы где? Я бегу. Так, где вы? Проходите сюда, проходите. Так. Мне кажется, что эти машины не просто так здесь. Да? Ну давай, смотрите, что нам... Наверху для машины мы можем подняться, скорее всего, наверх. Правильно. Аккуратно. Кто запрыгнул? Я. На деревяшке спрыгивайте быстрее, Дмитрий. Есть! Все. Отлично. Так, итак, будем каждого. Все запрыгивайте. Кто остался? Бобби, давай. Бобби, прыгай. А, Егорыч, подожди. Погодите секунду. Погоди, Егорыч. Давай, Андрюх. Все, опускай тачку. Прыгай на нее. И с машины запускай, А, все, нормально. Нормально. Да, все нормально. Перепрыгивай. Давай. Хорош. О, минус ноги. Еще раз, осторожней. Давай. Ноги. Быстрее. Пошел. Давай, братик. Хорош. Отлично. Так, куда нам? По тачке прямо? Да, только щит. Осторожней. Щит. Осторожней, я шатаюсь. Катем. Ой, не упал. Ой. Давайте, ребят, давайте. Пролез. Нормально. Дальше. В окно? Ну же, давайте, гварды, где ваша физическая подготовка? В окно, доктор Андрей, правильно идем? Все верно. Офигеть вообще, что мы тут натворили? Ждем. Открывайте дверь. Дверь открываю. Бобби, выломал вы с ноги. Идем. А вы Бобби подойдите. Бобби сзади идет, он за нами. Здесь. Нет, Бобби нормально. Писала. Прямо идем.
Погнали. Все, 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 здесь прям капец, датчики, ребята. Шкалит, капец. Шкалит, зашкаливает. Шкалит, зашкаливает. Вниз здесь, или куда? Жесть. Да, вниз, вниз, вниз. Давайте. Прям в самый низ. Я уже спрыгнул. Ой! А что зашкаливает? А вот зашкаливает. Вот он наш, который с лаборатории сбежал. О май гад. Лол. Где это он? Босс, ребята, это настоящий босс. Светите фонариком, вот, его вот. Очень сложно заметить. А смотрите, он отличается, да? Он еще, а еще более он? Незаметный. Где он? Все, я потерял. Чуваки. Может, он ребята, уже где он? Убежал? Чуваки. А? Ой. Где он? Он где как он? Тень. Он как тень. Я его нашел, ребята, он а, здесь вот был. А, вот он. Так он вот он. В углу, как же он меня пьет. О, боже. А он, помогите, кстати, стал пожалуйста. Немножко более видный, пацаны. Заметили? Он чуть-чуть поменялся. Как? Да, да, да. Да. Офигеть. На свету, так видно. Может, на свету? Наверное, наверное. Светите фонариками. Вот, вот он, вот он, вот он. Зажмите его. Ай, о, я наверх, пацаны. Давайте, я сверху, ребята, попробую. Меня зажали. Сверху попробую пострелять. Стойте зажали. Здесь. Стойте, стойте, стойте. Я тоже наверху. Хорошо, все, пошли, пацаны, пошли. Пацаны меня закинули на крышу. Давай, 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 давай. Прыгивай оттуда. Ой. Ой. Стреляйте, стреляйте, стреляйте. А его действительно на свету лучше видно, такое ощущение. Или в тени, я так и не понял. Но есть участки, свету, где его лучше всего. Видно. Давай. Вот, прям, он капец просвечивается. Жестко. Жесть. Вообще. Я ничего не понимаю, пацаны. Вот он, вот он, вот он, вот он. Блин, как же больно он бьет, ребята. Как ваши костюмы? У меня все норм пока, я упал. Я к вам. Порядки, порядки. Сломался уже. Так, где он? Вот, 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 вот. Вижу, 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 вижу. Полный огонь, ребята, гварды. Где ваше секретное оружие? Давайте уже используйте его. Доставайте все секретики, а ну-ка, пацаны. Разойдитесь, разойдитесь. Я на складе раз, оставил. Два, три. Чё ты сделал, Егор? Что ты сделал? Бобис, что ты сделал на раз, два, три? Ты что делаешь? Нет, больно это вообще. Нельзя в узких пространствах использовать. Кто это? Я нас тебя штрафую. Я нельзя это делать. Что за взрывы? Оу, щит, давай, 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 давай. Все, ребят, соберитесь, в тени его вообще не видно. Ой, ой, пацаны, в тени его вообще не видно, лучше на свету. На свету держите его. Да, вот так, идеально. Держите его там, держите. Держите там, на свету, идеально было. Видно было, а так вообще не видно, я когда он убегает. Давайте вот здесь вот встанем. Давай, 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 где он? Пацаны, граната. Ой, я за калиткой. Граната. Иди к нам, так перелазь Бобис. Через калитку быстрее. Перелазь резче. Раз, ау. Давай, 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 зажали, зажали. Так, пацаны, взял я тоже экспериментальную пушку, только это не РПГ. О, вытащите меня отсюда. Фух, вылез. Вылез, все нормально, нормально, нормально. Брюс вылез, Брюс залез. А, нифига, он меня подкинул. Стреляем. Ай, хорошо. Рейлганы, ребят, рейлганы, берите. Да-да-да, я вот и взял, вот и взял. Я улетел, пацаны. Так вернись, дружище, джетпаки для кого? Как будто первый раз у нас. Да не, все на месте, спортсмены здесь, все. Я офигеваю, силы просто. Я всех вижу, пацаны. Оп, попал. Блин, с рейлгана тяжело попадать. Ну, потому что он тут в разные углы. Вот, держите его, пока он на свету, видите? Так. Мне кажется, он на свету вообще останавливается. Конечно, не за мной. Почему? Оп. Ой. Да, кстати, может, он света теперь боится после нашего эксперимента? А? Да, возможно. Есть такой вариант? На! Ребята, рейлганы берите. У вас же да, должны взяли, быть. Взяли. На! Так, гасите его, этого жука. На! Невозможно попасть, чуваки. На! Оу! Лежит. Лежит. А смотрите, нет, предыдущие, предыдущие становились, да, обратно, светлыми. А этот до сих пор невидимый. Боже, давайте так. Давайте возьмем с него образцы, Дмитрий. Я предлагаю вообще не образцы, а его полностью упаковать. Для этого сейчас вызовем поддержку с вертолетом. Упакуем его и будем производить опыты. Как вам идея? Отлично. Да, ну а на этом, ребята, наше приключение заканчивается. Мы надеемся, что такой видосик вам понравился. У нас тут были реально невидимые скромники. Это было круто, интересно, целое приключение, друзья. Подписывайтесь на все наш канал. Ссылочку на канал Android ищите в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик в описании. Ищите ссылочки на ВКонтакте, Инстаграм. Ну а с вами сегодня были Овер, Фоня, Егор и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем до скорого, ребята. Всем пока, ребята. Адьос, ребята.